вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. И чьи-то сыновья. И те, блядь, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. У нас нехватка боеприпасов. 70%. Шойгу, Герасимов, где, блядь, боеприпасы? Посмотрите на них, сука! Вы сидите, в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на Ютьюбе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни. И о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право, есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! Я сообщаю официально министру обороны НГШ, верховному главнокомандующему, нести без боеприпасов потери в Бахмуте бесполезные и неоправданные мои парни не будут. Поэтому с 10 мая 23 года мы выходим из населенного пункта Бахмут.